яйцо сварено из брака, поэтому оно в таком виде. Это происходит естественный эксперимент. Подожди. Сергей Владимирович, рассказали бы о процессе, что здесь происходит? Здесь происходит разбиение скорлупы в мелкие кусочки. В общем, извлечение. Извлечение раздавливания, как правильно сказать? Помять скорлупу. Помятие. Барабан для смятия скорлупы. Барабан для помятия скорлупы. Понятно. Вот. После этого скорлупа будет вся в трещинках, очень мягкая. И будет яйцо... Вместе с подскорлупной оболочкой она будет стягиваться. Крутится барабан 2 минуты. Какое у нас время? 2 минуты. А это 2 минуты это в инструкции или опытным путем пытаемся? Нет, 2 минуты это текательное, что я вроде время там внутри. А, то есть вот она. На 2 минуты будет крутиться. Она остановилась. Вот. Подожди, не вытрясай, пока я. Блин, брат, не сегодняшний, не вчерашний.